Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики, всем привет, меня зовут Ведьмак. Продолжим играть в Fable 2 на Xbox 360, и, естественно, как мне написали в комментах, да и сам уточнил. А эта игра выходила только под Xbox, эксклюзивно для консоли Microsoft, но учитывая, что издателем ее является Microsoft, разработчиком, по-моему, тоже на тот момент дочерняя компания. Это неудивительно. Мы с вами прибыли в Дубовый Дол. Место, которое здесь называется, я не знаю, может быть, локализацией, может быть, переименовали Дубовой Рощей. Так или иначе, это место, где родился герой первой части. Такая вот отдаленная деревушка в глуши. Она тоже, я так думаю, увеличилась в размерах с момента, когда мы здесь были последний раз. Что это у нас тут? Каретный сарай Дубовой Рощи. 21 тысяч стоит. Пока я был в офлайне, мне накапало тут некоторое количество денег уже. С моей арендной платы. Так, это у нас стражник. Не ожидал увидеть сегодня незнакомое лицо. Целых два незнакомых лица. Проблем особых по дороге не было? Нет. Это очень мирный городок. Поэтому не ищи неприятностей, а то придется иметь дело со мной. Пошел нахер. В Дубовую Рощу. Ага. Собака обоссала стол рядом с ним. Вот это правильно. Так, чей это дом? Особняк-новозняк. Чё-то пока не хочу я тут покупать. Посмотрим, что поинтереснее. Собственно, ну... Деревушка разрослась, насколько я вижу. Тут огороды они разбили. И тут есть работа, как можете видеть. А, что за работа? Дровосек. Ну, давайте ради интереса попробуем. Все-таки это игра, в которой много... таких вот подобных социальных элементов. Это далеко не самое интересное занятие в жизни. Как можете догадаться, по 3 голды за разрубленную деревяшку брать. Что это? Интересно, а множитель золота-то... Да, вроде как должен увеличиваться постепенно. Платят... За это, я смотрю, гораздо меньше, чем за ковку у кузнеца. Но зато здесь меньше шансов, что ты промахнешься. Насколько я могу судить. Интересно, когда множитель золота поднимется уже? Такая засветка дикая на заднем плане. Просто пипец, все белое. Просто белая бель. О, множитель золота пошел. Ну, в общем, это можно много, точнее, немного долго делать. Вот это вот, можно хоть 10 минут стоять здесь и того больше. Но в какой-то момент, так понимаю, эта мини-игра начнет усложняться. Все сильнее и сильнее. Ну, все быстрее и быстрее, скорее всего, будет двигаться эта точка, пока я на нее начну ошибаться. Иначе бы можно было бесконечно повышать этот множитель золота и зарабатывать миллионы. Но игра этого не позволит. Она вообще в этом плане достаточно сурова. То есть какие-то стартовые деньги можно поднять с этих рутинных работ, но вот прям чтобы разбогатеть лавкам с них, пора закрываться. Не вариант вообще. Лавкам уже пора закрываться. Сейчас я докачаю левел. Лавки закрыты до завтра. В дровосечестве, и мы пойдем. Зато мне платят за каждую деревяшку, вот. Все. Повысили меня до дровосека второго уровня. Замечательно. Теперь мне будут платить больше. Но я этим вряд ли буду заниматься. У меня уже есть стартовый капитал. И стартовый, скажем так, цыганский табор, который я выкопил, приносит мне определенное количество денег. А я вижу там ключ. Ой, простите. Все, спокойно. Не было ничего, вам показалось. Подумаешь, дверь сломал, но я просто промахнулся. Я случайно, я колол дрова и случайно ударил топором по двери. Это все именно так было. Потом еще разок, и как Джек Николсон в фильме «Сияние» такой... Here's Johnny!
А это куда дорога ведет? Ну, возможно, мне сейчас появят штраф. И заставят выполнять какие-то работы, но пес с ними. Опа. Хобы. Хоба-хоботы. Так, вот этого надо валить, на самом деле. Ублюдка, он призывает новых. Ау. Так, а что у меня там по магии? Я вообще не помню. Что-то они поразбежались, видимо, из-за того, что я их вождя завалил, да? Аж падают, бедняги. Я некромант! Некромант Василий! А, мои призраки там наваливают этим хоботом. Теперь можно изучить хаос. Но, по-моему, моим призракам наваляли в итоге, да? Но ничего страшного. Я нашел преступника. Какого преступника, придурок? Да на ты подавись ты своим штрафом, господи. Долг обществу уплачен. Ну, со временем, я думаю, я раскачаюсь так, что я этих стражников буду ваншотать. Ну, или, по крайней мере, очень быстро убивать. А пока что с ними воевать себе дороже, потому что они очень долго умирают, толстые ребята. Но при этом респавнится просто по дичи. Шахта Эхо. Хочу ли я туда идти? Сложно сказать. Зачем? Вот в чем вопрос главный. Так, давайте пока побегаем по местным лесам. Возможно, здесь собачка что-нибудь учует. И мы это залутаем. А здесь что? А, мельница. Довольно странно выглядящая мельница. Какие-то лопасти у нее маленькие. Маленькие. Упс. Простите. Я случайно прожал кнопочку. Я не хотел. Да ладно, чего вы нервничаете? Ну, ничего же не произошло плохого. По-моему, тут тоже можно работать. Или меня глючит? А, не помню. Но я две работы пока нажал. Три. Три работы мы нашли. Это кузнец, дровосек и ассасино. Ну, есть такое. Ну, еще ж теперь. Так, я вижу там ключ. Как мне туда попасть? Надо перелезть через забор. Но наш персонаж этого не умеет. Он ищет только проходы. Че ты орешь? Иди спать. Ночь уже на дворе. Существо дебильной наружности. Так. Похоже, проход... На кладбище, да? Нет, это какой-то пень. О, тот самый порт. Хотя мне казалось, он был в другом месте. Да, наверное, я на том пирсе был. В первой части, я имею в виду. Где собака опять? Она не умеет со мной прыгать вниз. Это очень плохо. Так, ну тут как бы... Я, конечно, могу поплыть. Чисто, чтобы заглянуть за угол. Не спрятано ли здесь чего? Так, ничего, кроме смерти, не ждет тебя в открытом море. Тебе нужно повернуть назад. Вот отстой. Как же так? Я так надеялся, что там за углом чего-нибудь плавает под водой. Съедобное. Довольно странно, что, кстати, вот такой вот игре, имитирующей многие, скажем так, социальные всякие штуки. Ну, это... Горгулья. Почему-то нет голода, жажды и тому прочих подробностей. Так, хуже твоего оружия. Печально, печально. Короче, разных потребностей нет. А вот, кстати, нормальное мельничное колесо. Странно. Кстати, помните, в Скайримчике тоже же можно зарабатывать на лесопилке. При желании. Никто, правда, этим особо не пользуется, но... Тем не менее, такая возможность есть. Так, где там время это? Время сейчас позднее. Да? Отлично. Время еще позднее. Наступил. Ты подходишь к человеку, спрашиваешь, сколько время? А он такой, позднее. Отличный ответ. Так, как мне попасть к этой горгулье?
Чё за, блин, загорожено всё? Ты издаёшь такие звуки? Фу, отвратительно. Пыльгусь теперь на твоей карте. Пыльгусь. Ой, не надо, я боюсь. Пиу! Готово. Чё это? А, прыгнуть. Собака опять где-то потерялась. Мастер Игорей. Оу, это чё? А, может свою статую поставить будет. Чего они орут? Вы не знаете? Лавка, кстати говоря. Магазин одежды дубовой рощи. Ладно, пока не будем, наверное, приобретать ничего. Посмотрим поинтереснее варианты. Я бы лучше трактир, конечно, купил. Но он стоит поди бешеных денег, ага. Можно начать с чего-нибудь попроще. Здрасте. Чего-нибудь холодненького? Горяченького. Откуда такая замечательная шляпа? Тебе нравится? Мне что-то не особо. Какая-то баба бухает. Бард до мозга костей. Не хочешь Нет. Не хочу. Да не хочу, отстань. Он не пускает меня. Мастер игр, тут можно во всякие штуки играть. На деньги, но я это не хочу делать. Так, зачем я сюда вернулся? Что нам нужно? Нам нужно найти какого-то настоятеля. А где он? Нет! Что происходит? Почему они орут? Хер его знает. Тупые животные какие-то тут живут. Я слежу за тобой. Ничтожество. Куда идти, блин? Показывай мне светящуюся хрень. Почему наружу меня ведет? Один из самых цветущих краев. Замечательно. Своим богатством она обязана золотому дубу. Он живет лишь несколько десятилетий. Затем приносит единственный золотой желудь. Чё за бред? Храмы света пересаживают желудь, и возрождается дерево, и все окрестные земли. Надо его спи украсть. В этом году обряд очень беспокоит настоятеля. Узнай, почему. Так я пытаюсь, но у меня эта светящаяся линия твоя ведет хер знает куда. Какой-то сломанный GPS, блин. Навигатор. Жуконоиды. Да ну вас нахер. Скучно. Пошла вон. Так, трупик-то можно залутать, не? Кто-то здесь прикорнул. У источника. Собакин, как обычно, бешено носится вообще. Безбашенно. Я им не управляю. Он и сам собой, по-моему, не управляет. Офигеть, тут локации, на самом деле, довольно здоровые. По сравнению, особенно с первой частью. Угу. Конечно, чувак. Водянистый кофе. Бухнем. Кофейку. Далакин к нам придет. Кофейку нам нальет. Дерево отпусти. Это чё? Что-то взял, убежал. Хрен его знает, какие-то подозрительные люди. Бродят тут в ночи. Возможно, это был эксгибиционист. Хрен его знает. Еще один псих. Храм Светы. Теперь на моей карте. Замечательно. Пчелки обитают здесь. Ну, пчеловодом я становиться не хочу, поэтому пойдем дальше. Чё он орёт? Хер его знает вообще. Психи! Кругом психи. Ни шагу не ступишь, везде сумасшедшие. Так, а вот и храм Светы. Отец, он же был не... В дубовом доме. ...могут войти в пещеру, и больше никто? Я не дам своему ребенку отправиться навстречу опасности без защиты. Я найму охрану, и дело с концом. А, здравствуй, дитя. Я хотел бы знать. Оставьте нас.
Здорово, Дед Мороз. Чё ты удумал? Дай-ка я посмотрю на тебя. О, вооружение есть. Выглядишь внушительно. Но я не могу послать туда абы кого. Впечатляет, но боюсь, что нет. Че? Вид у тебя располагающий. Но я не могу доверить жизнь наших людей человеку постороннему. Собака, а ну обоссы его. Была бы у тебя репутация, я бы, возможно, рискнул довериться тебе. Да, в Жульберге сейчас ужасные времена из-за этих разбойников. Сходи в таверну, возможно, ты поможешь там чем-нибудь. Будет хорошо для начала. А началось вот это вот. Посмотри вот эти зеленые глаза. Разве они могут врать? Надо понравиться настоятелю. Может, в городе ты найдешь способ впечатлить его. Для поиска задания и работы смотри карту. Сам разберусь как-нибудь. Так, я могу спрыгнуть вниз, пожалуйста? Пожалуйста, здесь же можно. Можно же. В чем проблема-то? Где? Здесь что-нибудь есть? Совет такие от капитана очевидности. Вот я вижу там сундучен. Как до него добраться? Какие там настоятели, проблемы какие-то. Да пошли вы нахрен, я вижу сундук, я иду к сундуку. Все остальное вообще не имеет никакого значения. Тут даже не один сундук. Ага, самое время погавкать, собака, да. Это кошка мявкает. Возможно, это фазан. Пес, где копать? Расскажи мне. Пес не хочет мне говорить ничего. Возможно, потому что он пес. Лавки уже открываются. Круто. Что, 10? 10-то у меня есть. Что же там? Лавки открыты. Модификатор режь и жги. Понятненько. Такое себе. Но я пока в эту ржавую саблю все равно не собираюсь вставлять модификаторы, поэтому... Пока что они мне толку не приносят. Ой, как ярко-то. Как будто там не солнце, а ядерный взрыв на горизонте. О, здравствуйте. О, Розалия, по что покинула меня? Ты глаза-то протри. Ты начертала имя свое на каменном сердце моем, разбив его потом кувалдой разлуки. О, привет. Бьюсь об заклад, тебе не встречалось любви вернее и чище моей. О, увидеть бы хоть тень такой любви, хоть на мгновение, и душа моя б наполнилась восторгом. Нежное предложение руки и сердца. Соединение сердец увидеть я хочу. Их вид облегчил бы мои страдания. Ок, ясненько. К невидимому, видимо, надо приходить, когда женишься. Сейчас он не принимает обед у него. Так, о, фруктовые сады. Они, походу, объединили часть локации вместе из первой части. Вот тут у вас. Сколько стоит это заведение? Знаешь, что тут по соседству случилось? Говорят, курица съела мальчика. Не может этого быть. Так. Ну, петушиный коттедж. Окей. Что-то мне не очень хочется владеть таким заведением. Не, я понимаю, там... Гей-бордель, это, конечно, интересно, но не сегодня. Опа. А, скульптор. Попробовать выстрелить в меня? Да ты скорее глаз себе выбьешь. Ты! Кто там базарит? Дай мне рассмотреть тебя. Осмеливаешься отвернуться от искусства, трусливая душа? Не, не сейчас. Я слишком убого выгляжу, чтобы сейчас позировать. Тут можно, короче, скульптору попозировать, и он тебя изобразит в том виде, в котором ты вот сейчас вот что носишь. То и будет. На статуе. А я сейчас выгляжу как бомжара. До свидания. Мамзила. Да, бегите этот камень.
Интересно, а удочку здесь можно надыбать где-нибудь? И вообще, можно ли здесь рыбачить? Потому что я пока не вижу, как. В первой части там конкретно были лунки, откуда ты вылавливал все всякое добро. А здесь что-то из лунок ты сам руками вытаскиваешь. О, там восклицательный знак на всю деревню горит. Это у меня дровосеки заждались, видимо. А хер вам, а не дрова. Так, продается одежды. А ты что продаешь? Всякие ништяки. Торгуются оружием. Что у тебя есть? Пожалуйста. Покупай что-нибудь и проваливай. Купить оружие. О, давайте продадим лишнее сразу. Мне всегда рад купить то, что тебе не нужно. Купить оружие. А чуть не ржавое есть тебе? Стальной топор. Я не хочу топор на самом деле. Сколько он стоит? 7,5к. Вот и стерва. Есть железный похуже, да? Он, короче, топоры продает. Мне не очень нравится эта идея. Давайте купим его лавку. А тебе не надоело быть воплощен? Нет, не надоело. Довольно дорого. Интересно, а если я с ним, короче, поиграюсь такой? Оп-оп-оп-оп. Зацени, как я танцую. Ты же мне делаешь скидочку, да? Оп-оп-оп. Прекрасно. Ну, прекрасно. Прекрасно. Уа-я! Понял, да? Так ты умеешь. Я уж думал, такие, как ты, на подобное не способны. Ты заигрываешь с человеком, которому ты вряд ли нравишься. Но все равно неплохо. Не важно. Так, пердить на него мы не будем, я думаю. Давайте какие-нибудь еще приколы посмотрим. Ага, да плевать. Ага. Распродажа! Черт. Ну, норм пошло. Проигрыш? Какой проигрыш? А зацени, какая штука есть. Еще! Так, известность плюс 2. Невероятно. Так, что бы тебе еще показать? Так, ну флиртовать я с собой не буду. Пес у нас ничего не умеет. Вечно мы тут торчать не можем. Это круто. Ну давайте повторяться, что делать. Опа! Хоп-хоп, казачок. Вот это настоящий танец. Чего не сделаешь для того, чтобы сбить сцену на лавку? Ну, наверное, я так не буду упораться. Интересно, давайте посмотрим, поменялось ли что-нибудь. Мнение там обо мне, например. Ну, вообще да. Вообще да. Городская экономика минус 888. Ой, ну мне лень на самом деле каждому так вот упарываться. Лучники найдут здесь что-нибудь. Я, наверное, лучше за кадром это сделаю, а потом скуплю по минимуму. О, так, кошмар, нас... кошмар! Как такое могло случиться? В смысле, я... Что такое? Как я приобрел документы. Блямс, и все. Блямс? Понятненько. Ну, рассказывай. А что там, цитадель ледяной короны, что ли? Чтоб меня приподняло да шлепнуло. Вижу. Это я, Барнум, из Глушвиля, помнишь? У меня еще было дело по производству картинок. Сколько лет, сколько зим. Че, как моя картинка? Так и не пошло. Я до сих пор фрустрирован по этому поводу. О, это не твоя вина. И это было давно. Много удивительных дел произошло с тех пор. С ума сойти, как ты вырос. Настоящий герой. Наверняка твоя сестра тобой гордится. Ага. О, у меня сейчас небольшие лепрозории, а так все хорошо начиналось. Я на днях заключил сделку века. Купил у восхитительно странного паренька Жульберский мост. Я отдал все до последней монетки. Но такие штуки окупаются даже с учетом налогов. Ты долгий. Только сейчас круглые штучки развалились, и никто не может туда добраться, чтобы их реконструфицировать. Разбойники, чтоб их! Сборище отвратительных мерзавцев отовсюду выскакивают. Они тебе на пути сюда не попадались?
Может, как сказать? Их как следует, а? Пара-тройка лежит там на дне озера. Я буду невероятно амбидекстрирован, если ты поможешь. Давай, можешь давай, даже короче. Можешь мой тезаурус забрать. Я все равно его уже наизусть выучил. Молодец. Так тебе удалось избавиться от разбойников? Да я только у тебя квест взял. Какой удалось? Ну, придурок. Что приходится делать ради выполнения квеста? Ну что за жизнь? Занимаюсь всякой дичью. Не, ну убивать, конечно, я люблю. Безусловно. А тебе что надо? Ты это мне хочешь подарок сделать? О, прикиньте. Взяли подарок мне. Подарили. Вот это приятно. У меня есть... Давайте. Дарите мне все. Все дарите мне. И чем больше, тем лучше. Казалось, там сундук. Чё ты гойкаешь? Почему эти монахи бегают тут и страдают? Хотел бы я знать. Они какие-то странные, вообще неуправляемые ребята. А чё там на тему приписки заклинаний? Для поиска задания и работы. Не понял. Выбор заклинаний. А, типа, если я зажимаю, он выбирает сначала вот это, потом следующее, потом следующее. Но это как-то странно, если честно. Работает. Я нихера не понимаю, это просто какая-то дичь. Ладно. То если я зажму Б. Я думал, это уровень заклинания меняет. Ну, типа, чем сильнее дольше зажимаешь, тем сильнее бьет. Но, походу, дела нет. Или я что-то не догоняю. Короче, сложно, непонятно. Сделанная система заклинаний, и мне не очень удобно ей пользоваться. Лучше сказать. Кто-то идет, говорит. Да не выдумывай. Ну в смысле, дриснули куда-то уже. Педофилы проклятые. Стоять бояться. Я же вас всех тут убил уже. Зачем вы тут по новой родились? Объясните. Он был на моей карте так-то. Взять его. А я думал, меня сейчас как в один дома сверху скинут банку с краской. Зомбарыл их давайте мне. Горешь его? Он же лежит. Получи. Найди и убей разбойника по кличке Шнырь. А не хочу. С твоей стороны, беречь для меня зло... Рот закрой. Не-не-не. Иди он! Я в смысле не всех добил, что ли, там? Сюда подходи. На раздачу. Отлично. Вышел в окно. Вот это я понимаю, добрый парень. Думаешь, ты меня поймаешь? Как думаешь, почему меня называют Шнырем? Да хер его знает. Может, тебя Шнырь маленький слишком. Как знать, как знать. Мне в целом все равно, кто там кого называет. Я пришел убивать, я это делаю. Надо было, наверное, только купить пуху себе. Я что-то увлекся попыткой купить себе лавку, а цель-то была у меня купить оружие. Ну да ладно. Ну и что, стоим? Такой. Ты все никак не сдохнешь, господи, упорный. А может нет? Не вариант, чувак. Не вариант вообще. Так, по-моему, у меня уже накопилось 15 ключиков. Как думаете? Да как так-то? Их же было много. Странно. Здрасте. Да подожди, ну.
На, скотина! Эй, пошли все! Но в спинку, ого! Добить его можешь, не? Хорош. На! Красиво! Он мне все равно не нравился. Это кто-то сейчас сказал, ты? Какой жесткий, блин, парниша. Я же зажал кнопку. Не. Ой, куда это он? И вернись, я все прощу. Не зря, кстати, я не пошел в эту шахту сходу. Мы же здесь бывали в прошлой серии. Ты все еще там. Зря тратишь время, ползешь как черепах. Ну, в смысле? А я здесь твоей кровью свое имя напишу. Да бесишь, но... Сейчас я стрельну кому-то. Сейчас вот это вот я стрельну, блин. Мрази. Не? Не? Кому еще тут навалять? По полной. Как? Хорош я? Ну скажи, что я хорош. Пожалуйста. Бейте его, пацаны. Как-то так. Так, что у нас там по прокачке? Давайте глянем. Хотя, скорее всего, ничего не прокачаешь. Так, я бы некромантию покачал еще, но она какая-то странная. 18 тысяч! Вы что, конченые? А хаос... А, хаос-то, типа, они друг против друга начнут воевать тогда. Inferno! Это красиво, но лень. Что-то мне не очень заезжает магия в этой части. Если честно. Давайте вынос прокачаем. ХП будет хотя бы. Так, по ловкости что? Ничего. Маловато у меня очков. Хорошо. Даже не вздумай увязаться за мной. Я быстрее. Ты скучный. А-а-а, камера, да. Если камера работает на тебя, то ты, конечно, победишь. Вот так, хорош. Выкинул куда-то в озеро вообще. Так, да блин, добей его. Где собака моя? Я не понимаю. Рот закрой. Собака где-то потерялась. Походу она забила воевать. Такая, ну нахер. И все, до свидос. Уйди, проклятая шапка. А, она здесь. Иди, она за ним, оказывается, забыла. Хорошо. Получи. Твои решения продолжают изменять мир. Да? А у меня было какое-то решение? Я смог с ним договориться, наверное. Но! Почему? Ладно. Не судьба, значит. Так, все-таки здесь была какая-то пещерка, я помню. Наверное, тогда надо заглянуть. Я думал, он туда побежал. Я вот, правда, не помню, куда попасть теперь. Какие-то проходы были, отходы и все такое прочее. Эту дверь мы так по-прежнему открыть не сможем, я думаю. Не пещерка, шахта, точнее, здесь была. Посмотрим на карте. Из карты ты сможешь узнать много полезных сведений о том, где ты побываешь. Советую посмотреть свои задания. А как мне карту посмотреть? Если какое-то задание заинтересует тебя, ты можешь прочитать подробности. Когда ты выберешь задание, придется сосредоточиться только на нем. Рот, закрой, пожалуйста. Мне вообще плевать. Это я объяснение для людей младшего школьного возраста, может быть, подходит, но никак не. А вот она, пещерка. Давайте сюда заглянем. А то что, в конце концов, мы уже второй раз ходим, и второй раз идем мимо. Скучно? Надо заглянуть, кого-нибудь убить. Так, нет. Туда или туда? Тут кто-то стоит. Здравствуйте. Я тоже могу стрелять. Подожди, а вы кто? Погиб. Хорош вообще. Подожди, а это призрак хоба мой. На тебе еще разочек. И еще вот так вот.
А прикольно, они отвлекаются на этих зомбаков. А я могу отоваривать их спину. Приятно. Ты, может, вставать не будешь, не? Упорный парень попался какой-то. Чпуньк! Пригвоздил. Да хватит гавкать, я вижу. Собака. Я вот на самом деле нихера не вижу. Тут очень темно. На видео придется высветлить слегенца, чтобы вы хоть что-то видели. Потому что после рендеринга еще темнеет видео. Ютуб еще затемнеет. Так, а все? Это вся пещера? Во-во-во, полегче. Не, не вся. Но она довольно тесная. Слушай, а я неплохо их убиваю. Но они набегают на меня. Здрасте. Это что за шаман? А он пошел вон. Я хотел его скинуть. Вниз что-то. Пошел! Уи-у-у! Счастливого полета! Не забудьте пристегнуть ремень. Что ты гавкаешь? Кому тут еще навалять? Опа, тут карта какая-то. И что мне это дает? Непонятно. Не знаю, что это означает, короче. Собака опять сыт. Слышь, хватит везде ссать. Засала уже весь мир. У тебя миссия такая, что ли, в жизни? Засать весь мир? Ну да, я понял, понял. Куда ты меня тащишь? Где копать? Я здесь. Под водой, что ли, копать, Алёша? У меня, кстати, нет имени для собаки. Как ее назвать? Кусок? Блохастый? Ну! Я тебе сейчас пну, отвечаю. Где? Я его даже не вижу, так темно здесь, пипец. Наконец-то оно раздуплилось, господи. Я бы уже сам 30 раз догадался, что тут надо копать. Пока оно вот это вот сообразило существо. Да нахера мне твое ожерелье? Выкапывай чуть нормальная собака. В конце-то концов. Зачем я тебя кормлю? Хотя я тебя не кормлю, но хер с тобой. Представим, что я кормлю. На, жрату. Оп. Че, еще тут копать? Легко. Да ты молодец, смотри, сразу сообразил, как надо себя вести. Просто подошел и говорит, копай прямо под собой. Я туда уже подложил сокровище. Вон, вот это вот я понимаю, нормальное сокровище. Ну, вот это разговор. Стоит тут так вот пообщаться с собакой нормально. И все, она сразу соображает, что делать. Так. Какие-то ловушки для крабов или что-то. И где еще копать-то, ну? Остановись, собака! Хватит! Я вижу только вот эту иконку над ним. Место для рытья и все. Его самого не вижу, такая тьма тут стоит. Походу дела, разбойник тут позакопали всякой дряни. В смысле? Он же... Что за бред? Даже контекстное действие неправильно работает. Вот это дичь. Ну, опыт мне всегда пригодится. Ну что ж, похоже, эту пещерку мы того... залутали. Так... Это твое основное задание. Вернитесь к Барнуму. Туда, вообще-то. Да! Можно телепортироваться, сразу выбрав задание. Довольно удобно сделано. Пехом не возвращаемся. К
Кстати, домов именно я здесь что-то не особо много обнаружил. Две мельницы, какие-то каретный двор, трактир. А где жители-то обитают, я не очень понимаю. Поспрятались все куда-то. Пусть колеса фортуны принесут вам богатство. Готово! А, герой вернулся. Мегаломанический успех. Великолепная работа. Слышишь, у тебя словесный понос, чувак. Естественно, остановись. Оказалось, что те документы не совсем подлинны. Поэтому дело с пошлиной не выйдет так, как я запланифицировал. Беда. Зато это не мне придется отстраивать мост заново. Деньги давай. Ладно, может, я и разорен, но все наладится. Так всегда бывает. В любом случае, держи ты Заурус. Как я и обещал, никогда не знаешь, когда у тебя наступит лексикологический конфуз. Вот ты ублюдок. Так, тебе удалось покончить с бандой шныря. Теперь можно приступить к реконструкции моста в Жульберге, и ты можешь вернуться в Глушвиль. Круто. Тизаурус какой-то получили. Что мы с ним делать? Благодаря использую тебе, как туалетную дорога бумагу? В Глушвиль свободна вновь. А, это... Это получается... Господи, сколько тут заданий? Ведущему археологу что? Каждое... Я вообще не знаю, что это за задание, откуда у меня взялось. Этому герою, наверное, пришлось... Ты почти местная знаменитость. Кое-кто перешептывается о твоих делах, но этого мало. Мало, да? Блин. Как же так-то? Зацените, какая штука есть. Я у него очки стырил. Вот что. Это он тизаурусом называет почему-то. Тизаурус, это словарь. Подвигов, и настоятелю придется нанять тебя, чтобы охранять водоноса. Ну так что ты хочешь от меня? Я не знаю, где квесты здесь. Квести где? Ладно. Я думаю, квест мы найдем в следующей серии. На сегодня все. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Ты подписывайтесь. Почти еще немного славы закончит дело. Ага, комментируйте, оценивайте, приходите смотреть еще. И всем пока.